Тверские пенсионеры учились управлять финансами и бороться с мошенниками. На площадке мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» прошел муниципальный этап всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Подробности прямо сейчас. Евгения Степановна и Галина Евграфовна пришли на лекцию по финансовой грамотности уже не в первый раз. До этого посещали подобные занятия в Тверском госуниверситете. Среди основных на таких встречах темы – как не стать жертвой мошенников и, конечно, вопросы управления финансами в современном мире, в котором все динамично меняется. Финансовая грамотность для людей пожилого возраста, пенсионерам, очень нужна. Потому что от того зависят наши доходы, расходы. Сейчас цифровизация. А с цифрами мы не очень дружим. Так что учимся. Такие мероприятия проводятся для повышения уровня знаний, защиты интересов потребителей финансовых услуг. После основной лекции в рамках муниципального этапа Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров было проведено тестирование. Данные задания будут интересны людям пенсионного возраста. Они смогут проверить свои знания и еще раз заучить правила, которые необходимы для грамотного пользования своими личными финансами. После обработки результатов и подведения итогов определится один победитель, который 1 октября 2023 года будет участвовать в региональном этапе чемпионата.